еще добавлю вам коротенечко. На участке я каждый год сажаю деревья хвойные по периметру. Это ель, сосна. Сажаю ради эксперимента весной и осенью. И вот то, что я сажаю весной, приживается лучше. Видимо, северный наш климат как-то влияет. На юге, конечно, без разницы. Я думаю, там воткни палку, она зацветет. Только поливай. Вот крайний раз я посадил 50 деревьев. Вы видите, какая-то их часть у меня засохла, не перезимовала, их надо пересадить. Весной, вот недавно, это в этом году, я посадил где-то 30 деревьев. Это вдоль дороги. Это вот там вот дальше, где столб стоит, линия электропередач, в той стороне. Тридцатку посадил. Осенью попробую уже вот с этой стороны, уберу лишние, ну и сколько смогу, засажу, может быть 30, может быть полтинник, но вот я повторяю, они у меня почему-то осенью приживаются хуже, то есть много сажать, наверное, не буду, либо какие-то очень маленькие елочки. Это вот как бы к слову о себе, так скажем, рассказать, что я не просто хожу здесь с кинокамерой, восторженными глазами любуюсь красотой, за кадром огромный колоссальный труд, который зачастую обыватель не видит, да и вам, наверное, неинтересно его смотреть, наш крестьянский труд. Тяжелый. Но уверяю вас, работы много за кадром. Очень много. Вот вчера я спал только 2 часа. Позавчера, наверное, 3. Но в принципе высыпаюсь в деревне, в своем доме деревянном, который своими руками я построил на голом участке. Одно удовольствие находиться. Земли у меня гектар. Она тоже требует внимания. Вот в этом году мы посадили картошку, немножко лука. Такой аграрный год у нас, эксперимент. Посмотрим, что вырастет. Землю я возил сюда. У нас почва песчаная. На своем любимом бортовом УАЗе. Бортовой машине. 3-4 ходки я сделал. Землю возил. Посмотрим, что будет по осени. И еще хотелось бы добавить, что формат своего канала, своего видео, все-таки у меня направлен на популяризацию деревни, не конкретно себя лично, а на своем примере повысить популярность деревни, чтобы люди из городов перебирались вот на землю, строили свои дома родовые, поместья, брали землю гектарами, не кусочками, а гектарами, вот, и чувствовали себя свободно на своей земле. И она вам ответит взаимностью, потому что по-другому она не умеет. Она кровью умыта, дедов, прадедов, ее защищавших в разные времена, в лихие годины. Поэтому ничего не бойтесь и переселяйтесь вот в такие вот места из городов. В России по-другому быть не может и не будет. Мы не Европа, земли у нас много. И на ней кому-то нужно быть. И вот кто чувствует в себе силы и желание
можете последовать моему примеру. Ну и не только моему. На ютубе массу найдете каналов. Да и вокруг вас, я думаю, тоже есть люди, которые бросают города. Вот о чем я хотел добавить. Немножечко вам под занавес. Ну а мне дальше косить траву, догонять уходящий день.